Уважаемые гости, вас приветствует супруга президента Российской Федерации Светлана Владимировна Медведева. Добрый день, дорогие ребята! Я рада вас приветствовать в Москве, в столице нашей любимой Родины, на главной елке страны, в Кремле. И хочу вам передать самые наилучшие пожелания и поздравления от президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Верно, дармоедам в доме не место, а теперь за работу. Через час вернется хозяйка и начнут собираться гости. За шум? Три крысы? Мило, не скрою, я удивлена. В мои расчеты не входило. В мои расчеты не входило. Междуусобная война. Змея одно имеет жало. Излишний шум не для меня. Не допущу, чтоб мне мешало в делах крысиная возня. Когда царьков, как сельди в почке, за царство их гроша не дам. Вернем сюжет к исходной точке, всех вновь расставив. Что это было? Болезнь, Ваше Величество. Маленькое раздвоение личности. Значит, я болен? Напротив, сейчас вы абсолютно здоровы. Ах, вы моя благодетельница. Полноте. Сейчас речь не обо мне. Как вы поступите с моей сестрицей Ундиной? Мы лишили ее волшебной палочки. Разве этого недостаточно? Думаю, нет.
Что же вы предлагаете? Осушить озеро в зимнем саду. Вы с ума сошли? Это проще, чем вы думаете. Чтобы осушить озеро в зимнем саду, надо разрушить бобровую плотину за стенами замка. Ведь озеро Ундина снабжается водой именно оттуда. Выдра! Я здесь, ваше величество. Ты сможешь это сделать? Право не знаю. В одиночку это будет непросто. Но волшебная палочка! Помилуйте, ваша светлость. Довольно с меня чудес. Вздор! Запомни всего три словечка. Крамбель, карамбель. Брамбель! Крамбель, карамбель, брамбель. И что дальше? Произнеся заклинание, легонько дотронься волшебной палочкой до бобровой плотины, и она рухнет! Ах! Ступай! К тому времени я войду в парадный зал! От души вам этого желаю. Да вот еще чуть не забыла. В зале под елкой вы увидите большую книгу в кожаном переплете. Это книга желаний. Не пытайтесь ее открыть. Почему? В неумелых руках она может причинить большие неприятности. К тому же я очень хочу ее получить. Ваше слово для меня – закон. Действуйте! Слышишь, Петрушечка, они уже близко, совсем рядышком. Не робей, ведь мы не одни. Посмотри, сколько ребят в зрительном зале! И все-таки мне страшно! Где же Ундина? Почему ее до сих пор нет? Ундина не придет! Только что я была в зимнем саду! Там такое творится! Такое! Крысы перекрыли все входы и выходы! И несчастная фея оказалась в своем пруду точно в ловушке! Все кончено! Какая досада! Ведь мы почти что у цели. Вот она, чудесная книга желаний. Так откройте ее! Это невозможно. У нас есть волшебная палочка, но мы не знаем, как ею пользоваться. Пустяки! За 30 лет, проведенных в этом замке, кое-чему я все-таки научилась. Ты знаешь, как раскрыть чудесную книгу? Правда, у меня есть одно маленькое условие. Какое? Вдобавок к своим, вы впишите в книгу и мое желание. Ведь я не знаю грамоты. Что же это за желание такое, если не секрет? Не секрет, конечно. Я хочу, чтобы чудесная книга с этой минуты принадлежала мне. Что? Как? Да-да, вы не ослышались. С моей стороны, это, конечно же, дерзость, но выбора у вас нет. Другой возможности не будет. Нет! Не бывать этому! Я была у вас лучшего мнения. Впрочем, это не важно. Сейчас вы получите то, что заслужили! Змея имеет свойство разить наверняка. За глупое геройство расплата высока. Среди елочных игрушек, шаров и пестрых блях пусть кукола и петрушка повиснут на ветвях. Зашью суровой ниткой веселые уста, жестокой станет пыткой для кукол немота. Заклятье снять не сможет волшебник никакой, никто не потревожит игрушечный покой. Ха-ха-ха!
уже здесь, моя благодетельница! Просто диву даюсь, как это вы всюду поспеваете! Надеюсь, вы помните наш уговор? Ах, да, книга! Разумеется, вы ее получите! Но прежде чем это случится, позвольте мне вписать в нее одно маленькое желание! Это невозможно! Почему? Я же вас предупреждала. Существуют условия, которые даже я не в силах преодолеть. Воспользоваться книгой без вреда для себя может лишь тот, чьи помыслы чисты, а намерения возвышенные и благородные. Мы с вами не из их числа. Ложь! Крысы! Я вывел вас из тьмы сырого подвала! Да, император! Указал дорогу к счастью и процветанию! Да, император! Заслужил ли я вашей любви и благодарности? Да, император! Как видите, мой народ меня любит! Значит, мои помыслы чисты, а намерения благородны! Что ж, я вас предупредила! Поступайте, как знаете! Буки! Рабаку! Фингулус! Звезды, снег кружится, покрыты лужи коркой льда. Удар часов и завершится год уходящий навсегда. Вперед, о прошлом не жалея, дерзай, малыш, живи сполна. Чем удивишь нас? Юбилеем великих дней Бородина. Наказан крепко гость незваный. С тех пор прошло 200 лет. Родства непомнящих Иванов, надеюсь, в этом зале нет? На нас ты можешь положиться. Тогда за дело! Добрый час! Пусть чудо главное свершится! Добра вам! С Новым